Вітаю в прямому ефірі «Тема дня». Я Федір Бондар. Сьогодні гості нашої студії Сергій Веремеєнко, за позивним «Фартовий», волонтер, учасник антитерористичної операції. Вітаю, Сергію. Так. Юрій Степанець, позивний «Апостол», учасник АТО, волонтер. Вітаю. Добре. Сьогодні ми почнемо нашу розмову із виставки, яку влаштували нещодавно, в тому числі наші сьогоднішні гості в столиці Угорщини, у Будапешті. Виставка присвячена антитерористичній операції та іншим деяким проєктам, що реалізуються в Україні і у прифронтових районах. В принципі, проєкти спрямовані так само на адаптацію, на допомогу місцевому населенню, дітям, в тому числі про це трошки докладніше пізніше. Спробуємо сьогодні відповісти на запитання, що знають європейці про Україну, про українців, про антитерористичну операцію. Ми готові приймати дзвіночки за телефоном студії 47 74 72. Будь ласка, якщо є у вас запитання, побажання, телефонуйте, будемо вас обов'язково слухати. Отже, будь ласка, мабуть, по черзі, по кілька слів, кому належала ініціатива цієї виставки, або взагалі, можна сказати, акції такої, чому саме в Угорщині, як це все було? Ну, начало було изложено в Миколаєві, коли була виставка наша. Цю виставку бачили волонтери з Угорщини, вони приїжджали к нам не один раз в Авдіївку, і після виставки, вже коли вона пройшла в Миколаєві, фотовиставка, да. У них появилась идея и так назвать, более подробно донести до наших земляков, которые живут в Угорщине, и показать им реальные факты, что происходит на Востоке. Вот с этого оттолкнулись, она должна была еще происходить, по-моему, в том году, да? И вот, слава Богу, вот в этом году оно свершилось, потому что целый год они пытались этого добиться, там были разные моменты, которые не позволяли дойти нам до этой выставки в Угорщине, но они добились своего. Вообще, если говорить в целом, как бы неправильно говорить, что это фотовыставка была. Там комплекс. Да, это было мероприятие довольно-таки обширное, оно называлось «Цена свободы». И фотовыставка наша, которую организовали в Николаеве, там, благодаря Симченко, основной организатор был этой выставки, Вячеслав Симченко. Это как бы один из этапов вот этого мероприятия «Цена свободы». Це вперше, ну та ж сама, якщо взяти частину експозиції, виставка наша, фотовиставка, вона вперше поїхала за кордон? По-моєму, так. Так, це перша виставка фотографій із зони АТО, яка в Венгрії відбувала. Чому саме в Венгрії, Сергій сказав, що, во-первых, ряд волонтеров с Венгрии очень помогали нашим бойцам на передовой, волонтерами являются, и они были как бы таким моторчиком, чтобы эту выставку организовать в Венгрии, это раз. И второе, Венгрия вообще сама по себе такая интересная страна, там очень сильно развито местное самоуправление украинцев. Угу. Причем это поддерживается государством, на государственном уровне, у них есть представитель місцевого самоврядування України в парламенті венгерському. У них є, як би так сказати, свої міні-мерії там, міста, у них є там свій президент. Тобто місцеве самоуправління українців в Венгрії дуже сильно розвито. І тому так воно совпало, що і волонтери к нам приїжджали, і ці волонтери активно приймають участь в місцевому самоуправлінні в Венгрії. І так вийшло, що ми перша виставка іменно произошла в Будапешті в Венгрії. Ну, ви, мабуть, спілкувалися там не лише з українцями, етнічними представниками української громади, з угорцями, з місцевими. Доводилось спілкуватися їх ставлення, наскільки вони обізнані взагалі про те, що у нас відбувається? Ну, вони весьма іскренні відносяться к этой проблемі. І у них інтерес, по мені, так, навіть порой превосходить інтерес некоторих наших українців. Вони дуже так сопереживательно к этому відносяться і им было очень весьма важно пообщаться непосредственно с кем-то из ребят, из нас, кто там был. И подходили, задавали вопросы, и вопросы были весьма разные. Но хочу сказать, что встретили настолько положительно, что единственный минус только, что этот разговор был о войне. Вот это большой минус. А так, понимание того, что для них это не без разницы, оно присутствовало 100%.
Це ви зараз говорите про представників влади чи про пересічних? Приходили прості люди? Именно про тех, кто был на выставке, но там были разные, там были как и представители общины, так как и представители власти. И у каждого были свои разные вопросы, и они непосредственно касались этой войны. Я чому ще питаю, тому що все ж таки періодично виникають такі незрозумілості, можна сказати, між Україною і Угорщиною, в тому числі в умовних питаннях, в освітніх питаннях. Це ніяк не впливало на стосунки, на ваші... Я не ощутив, как бы... Да, ну, во-первых, эти темы мы не затрагивали. Я считаю, что надо избегать спорных моментов. Это должны все-таки на уровне правительства решать данные вопросы. И, возможно, там нам чему-то надо поучиться у них действительно. Я же сказал, что там довольно-таки сильно развито местное самоуправление украинцев. Там, возможно, надо и поступить так же с венграми и здесь, в Украине. Там, дать им какую-то возможность сильно там, управлять там, своими там, регионами. Там, ну, в рамках Конституции, естественно, в рамках наших законов. Там. Ці органи самоврядування, вони мають якийсь вплив? Ну, ви сказали, є представник в парламенті, а на місцевому рівні, на адміністративному? І на місцевому рівні вони мають, як говорити, вплив там, тому що, як сказав, от Сергій правильно сказав, там, в тому році не вдалося, да, провести виставку. Там, тобто мер, повинна бути виставка в Мішкальці. Мер Мішкальця дуже довго, да, упрашував представників органів місцевого самоуправління не проводити виставку, оскільки там напряжены немножко отношения с россиянами тоже у них, там, чтобы не возникали там какие-то разногласия, почему там типа Украина показывает, как она, да, с Россией воюет, там, как же там позиция типа России. То. Ну а так в основном, наверное, не было никаких у нас там таких спорных моментов. Довольно-таки очень хорошо к нам отнеслись, и телевидение местное приезжало, там снимало передачу, там и рассказывало, что творится действительно на самом деле на Востоке, и довольно-таки с пониманием все это относится. И к сожалению, что так происходит у нас в Украине. Ну, если можно вважати, что основой, так бы мовити, экспозиции стала фотовыставка «Наші», мы зараз візьмемо архивный наш відеосюжет, который был в эфире наприкінці 2016 року, власне, коли відкрилась фотовыставка «Наші» в Миколаєві. Відеосюжет подивимось і потім прокоментуємо далі. Однією з причин створення цієї виставки стали періодичні закиди в інтернеті щодо реалістичності знімків з зони проведення бойових дій. Деякі вважають, що більшість цих фотографій – постановочні. І, може бути, це підтолкнуло, не знаю. Ну, от, як родилась ідея зробити фотовиставку, то, що називається, народною, більш живою, тобто це... В каком-то смысле уникальная фотовыставка, потому что абсолютно все работы, представленные здесь, они не непрофессиональные, это все работы из личных, фотографии из личных архивов ребят, участников, а то волонтеров. Да, может быть, профессиональные фотографии, они как-то сделаны правильней, но мне кажется, эти фотографии, они, что называется, живые, потому что каждая фотография, она прошла с бойцом все то, что прошел он. Ці знімки зроблені на мобільні телефони та непрофесійні фотоапарати. Загалом люди надіслали кілька тисяч фотографій, але для виставки відібрали лише трохи більше 300. Учасники АТО та волонтери допомагали і у оформленні. Приносили так звані сувеніри – шеврони, стяги, жилети, каски та навіть протикумулятивні екрани. Залу умовно розділили по військових частинах, бригадах, підрозділах та батальйонах. В одному з умовних секторів зали представлені фотографії волонтерів. У мене така сама смішна історія, коли до мене приїхала дівчинка така на Пежо, така на каблучках, така таке з післявим голоском, і таким каже: «Людочка, скажіть, пожалуйста, вам нужны колеса на БТР?» Це було у 2014 році, і я на неї витріщила очі, думаю, звідки цього божого дуванчика колеса на БТР? Я говорю: «Так, треба». Я позвонила в 79-ту бригаду, говорю: «Нам потрібні колеса на БТР». Ну, ви зрозумієте, що це таке? Колеса на БТР в 2014 році. А вони: «Так», каже, «якщо учитувати, що у нас 43 БТР роззуті, то колеса нам потрібні». Ну, ці колеса я привезла до двох ночі в бригаду, вже її згрузила, і вранці, думаю, я була вихідна, ще, тут такий телефон, у нас так дзвонить, думаю, треба брати трубку, беру, мені кажуть: «Алло, добрий день, ви волонтери?» Я говорю: «Так, я волонтер». Я говорю: «А вам самоліти потрібні?»
І я думала, що це просто хтось на мене пожартував. Ну, потім я спростоння не розуміла, що мені треба робити з цими самолітами. Я знову дзвоню в бригаду, вони просто з мене сміються і кажуть, де ти їх взяла зранку. Учасник АТО з позивним «Хан», який щойно повернувся з війни, радіє, що встиг на відкриття. Адже на стенді його рідного полку «Київ» чимало його особистих фотографій. Боєць із задоволенням розповідає, де кожна з них була зроблена, а також згадує моменти, що гріють душу. Когда приезжаешь с передовой на пару часов или с позиции приходишь, и тебе кто-нибудь из друзей, когда приезжают волонтеры, кто-нибудь из друзей оставляет кусочек шоколада. Это самые вкусные моменты в твоей жизни, самые сладкие получается. Или когда приезжаешь домой на ротацию и встречаешь свою семью, своего сына, собаку любимую. Это самые моменты. Они греют душу, и то есть ты едешь туда со спокойной душой, и ти понимаешь, що тебя дома ждут. Чоловік вважає задум виставки дуже доречним і неймовірно важливим зараз. За його словами, багато людей навіть гадки не мають, що там відбувається, для чого те все. Як ти, будучи раніше на гражданці, працюючи барменом, збираючись відкрити свій ресторан, все бросаєш, йдеш на війну і знаєш, що ти можеш там погибнути. Тобто, ну, для них це дуже тяжело зрозуміти. Тобто, нужны такі, щоб люди, другі з гражданки розуміли, що там відбувається. Тобто, не завжди доходить та інформація, яка там дійсно є. Ви дивитесь тему дня. Нагадую, телефон в студії 47 74 72. Телефонуйте, якщо є запитання, побажання. Кілька додаткових тем, в принципі, сюжет нагадав. І в першу чергу це волонтерство. Хочу вас спитати, порівняно із 14-м, можливо, 15-м роком, чи змінилися якось потреби тих, до кого волонтери возять, і що саме вони сьогодні возять? Чи все так само, в принципі, сьогодні? Ну, так же само сказати, тяжело, по-моєму. Так, ну, буде неправильно так сказати. Да. Ну, давайте почнемо з того, що 2014 рік – це був найтяжкий рік, да, для української армії, для территориальных батальонов, для добровольческих объединений, соединений, там, подразделений. Потому что тогда нужны были, начиная от носков и трусов, там, заканчивая вооружением, да, которого практически не было. Тут скрывать нечего, у нас все, что есть, это наследие еще от Советского Союза осталось, которое было на глубокой консервации, не использовалось десятилетиями, это надо было все восстанавливать срочно, потому что действительно воевать не на чем было. Если сейчас более-менее наладилось там производство, ремонт военной техники, то есть воевать есть чем, да? Наладилось более-менее поставки обмундирования, продовольственное обеспечение более-менее наладилось все это. Но есть мелкие моменты, которые постоянно нужны там и не предусмотрены. Допустим, но ты должен никуда не отойти, да? Военным бюджетом. Те же батарейки там, либо там какие-то там насадки, наглушки, потому что в процессе ведения боевых действий мы понимаем, да, что надо там как-то усовершенствовать там свой автомат, либо там свою снайперскую винтовку, либо там свой миномет, либо гранатомет. Там. Да, это уже форму. Да, и бойцы в ходе проведения уже этих военных операций уже как-то пытались сами что-то там переоборудовать. Там. Уже как-то более там понятно, что надо там для такого-то подразделения, либо такого-то. То есть уже более-менее такая целенаправленная помощь нужна. Хотя, как я уже сказал, всего нельзя предусмотреть в военном бюджете. Естественно, там бывают такие мелочи, которые нужны постоянно, их нет. Ну, без волонтеров все равно никуда. Тяжело, да, очень. Совершенно никуда. Если бы не волонтеры, как оно было изначально, так оно на сегодняшний день и остается. Волонтеры и народ, которому и вправду искренне хочется это все завершить поскорее. Без них мы никак это все не преодолеем и ничего мы не сдвинем с мертвой точки. Ну, до волонтерської діяльності вашої додалась і ще й така виставкова, можна сказати, чи, можливо, інформаційна, скажімо так. Трошки докладніше про акцію в Будапешті. Крім фотовиставки, там були представлені ще деякі проєкти. Давайте про них розкажемо. Ну, там у нас був представлений дуже цікавий проєкт. Це «Жовтий автобус». Це ребята, які таку правильно вибрали дорогу. Самое главное оружие для победы – это дети, это новое поколение. Это то поколение, которое будет понимать, ради чего они живут и что такое Родина. Прифронтовые города, они, к сожалению, ну, серость, темнота, взрывы, бомбежки. Дети не видят детства, не видят радости, не видят понимания, к чему им стремиться дальше.
Нам повезло с моим товарищем, с Валерой Щукой, участвовать в одном из этих проектов. Мы возили проект в Авдеевку, где дети с самого так называемого нуля в понимании слова киноиндустрии, детям выдали в руки профессиональную аппаратуру, и детвора вместе с составом желтого автобуса сделали короткометражный профессиональный фильм. Со спецэффектами, они брали в руки эти дорогие камеры, эту всю аппаратуру, они сами думали за сценарий, они сами придумывали, как это все будет выглядеть, где будет делаться локация, хотя вот слово «локация» для меня было неизвестно до этого, а тут вот чему-то даже для себя в жизни научился. Мы в Авдеевке приличное время были до этого проекта, и таких вот ярких глаз детей я не встречал. Они собрали в кучу детей с разных школ Авдеевки. Дети сами говорили, что до проекта мы даже не общались, и некоторые друг друга не знали, хотя жили в этом городе. Это просто такая единый целый кулак превратился. Они так, ну, это надо было видеть, это невозможно передать эмоциями. Но и вправду мы понимали, что они этим детям дали возможность думать о будущем. Думать, что они хотят, к чему они хотят стремиться. И я уверен, что после этого проекта будут... Такие дети вырастут, что мы потом будем гордиться ими, что киноиндустрия, она наполнится профессионалами. Я думаю, що і не лише в прифронтових, а й в будь-якій області, на будь-якій території України, якщо такий проєкт запропонувати, да. То діти з радістю... Це практика, да. Обучаєш же в основному, як тебе садять, дають учебник, ти читаєш, як це все робити. Здесь детям не рассказывали, как что делать, им показывали на примере, им дали в руки эту аппаратуру, им... ребята просто ходили, им подсказывали. Как лучше, там, с какой стороны там, лучше, там, как лучше там, поправить, может, тот же сценарий. Но это фантастический проект, и вправду, и тем более для передовой. Когда не уделяют внимания, мы все говорим о победе, мы все говорим о проблемах бытовых народа, да, цивильного. Мы все говорим о проблемах бытовых ЗСУ, добробатов, правого сектора, всех подразделений, кто воюет. Да? Но почему-то очень мало говорится о том, что там живут дети. Как бы там ни было, не все могут уехать, себе позволить в другой город и жить в спокойном городе, где мир и спокойствие. А тут дети жили, и они не думали о том, что здесь идет война. Они писали локацию в таком месте, в Авдеевке, ну, те, кто знает, понимает, возле ДК, где в любую секунду может прилететь ни с того, ни с сего, и это невозможно предусмотреть. Детвора даже не задумывалась, что там идет война. Они просто с головой ушли вот в это кинопроизводство. Они, ну, я даже не знаю, как объяснить, но это реально круто. Это, ну, вот они молодцы. А як угорці сприйняли цю інформацію, цей проєкт? Ну, ми розуміємо, воно трошки ближче до нас. Там розуміють, що це таке і наскільки це важливо. Просто мені от культурно, навіть не цивілізаційні питання, а просто стан. Мені кажется, вони були навіть немного удивлені, що таке є. Я ж хочу зрозуміти, як вони займаються. Чи зрозуміли вони це? Мені навіть були удивлені, що... Дети при фронтового города, да, Авдеевка, это же у нас, по сути, находится город на линии огня, который постоянно обстреливается, что они даже сняли фильм не про войну совершенно. Да. Да, дети снимали фильм про любовь, там, про жизнь, но не про войну. Про семью. Да, про семью. Это факт. Хотя все ожидали, что детвора напишет фильм про мир, про то, там, как заканчивается война. Ну, были такие предпосылы, да, у всех. Mm-hmm. Все думали, что будет такой сценарий. Когда детвора озвучила свой сценарий, что можно творить добро просто мышлением, просто думать положительно, и это положительное реализуется в реальность, ну, все были удивлены. И так же самое все были удивлены и в Будапеште, в Венгрии. Угу. Ще одне питання важливе тут постає, в принципі, інформування і про Україну, і про антитерористичну операцію, про те, як живуть люди там. Чи має це бути якась цілеспрямована кампанія? У нас з 2014 року говорять про те, що на державному рівні, фронтом, значить, інформаційна якась серйозна буде кампанія. Чи вдалася вона чи ні, зараз складно мені судити. Мабуть, не зовсім вона така успішна, хоча, в принципі, в світі знають і розуміють, що відбувається. Але ось такими, можливо, і виставками, і акціями додатковими. Результат якийсь може бути, я не знаю, чи помітний він одразу? Естественно. Якщо ми не будемо говорити реальності, то, що відбувається, і що змінюється, що не змінюється, то як ми поймемо, чого ми досягаємо?
Если мы будем просто молчать и говорить о том, что мы стремимся к победе, но не показывать, как мы стремимся, не показывать, что ради этого делается, чем ради этого жертвуется, надо обязательно озвучивать, надо обязательно показывать. И показывать не только в Украине, показывать всем общинам, которые присутствуют в других странах. Потому что, как бы там ни было, то, что Украина борется за свою свободу, это одно. Но и каждая община, находящаяся в другом государстве, они активно принимают участие и помогают тем же самым нашим волонтерам. И люди же тоже должны понимать, ради чего они это все помогают и для чего они это все помогают. И какой с этого результат потом выходит. Ну а если мы будем молчать, то люди не будут видеть своего результата, по-моему. Той самий приклад Мішковця, да, в котрому не захотіли показувати виставку для того, щоб не розсоритися з іншою частиною громади. Так оно і було в тому году. А от, видите, все-таки молодці добилися. Але в Будапешті. Уже в Будапешті, да. Уже можливо, там нема такої сильної російської діаспори. Ну, Будапешті, во-первых, чим ще був привлекательний, там у них доволі-таки такий мощний центр української культури є. Солидное здание, старинное, да, в центре Будапешта находится, да, они нам предоставили бесплатно это помещение, причем, как я сказал, это же мероприятие называлось «Цена свободы», было помещение отдельно под выставку, под фотографии, отдельно там помещение, еще фильм уже показывали, «Иван Слепак. Две жизни», да, отдельно там приглашали с Украины оперного певца, он пел там, да, то есть так мероприятие довольно-таки. Мы еще до кінця не розповіли, в чому акція, власне, відбувалась, так, да, трошки докладніше, да, про це, якщо можна, да, про фільм і виступ, що там ще було? После выставки там был зал у них, очень так они молодцы, его обустроили неплохо, показывали фильм про оперного певца, про украинца, про парня, который, будучи уже оперным певцом, жил за границей, у человека все было великолепно и шикарно, но вот он, ну, не смог он спокойно сидеть на своем теплом месте, в нормальной профессии. Ну и как в фильме говорится, весьма так, для бойца боевого подразделения оперный певец. Вот человек развернулся и полностью отдал себя своей стране. Дважды, по-моему, или трижды он отказывался от гражданства. Ему предлагали гражданство, и парень погиб. Погиб в Авдеевке от пули снайпера. Про него был снят фильм. Фильм весьма для меня так получился, ну, для меня вообще он получился важным, потому что мы попали с Валерой немножко в этот фильм. Удостоилась нас так судьба. Ну, фильм затронул всех. Там несколько историй, хоть он называется «Две жизни» Василия Слепака, но там собраны моменты жизни некоторых людей, ребят, кто с Майдана, ребят с правого сектора, ребят его друзей, его семьи. Ну, по мне фильм серьезный, лично по мне. Он реально серьезный, и он показывает разные стороны. Ну, как раз показывает то, что вот, действительно вот, оперный певец во Франции, в Париже, ну, имеет хороший карьерный рост, имеет перспективы, там, ему предлагают гражданство Франции. И он отказывается, уезжает туда и показывает действительно картина, что происходит на востоке страны, почему, каким убеждением он туда уехал. Ну, то есть оно так, контраст такой получается, свободная, спокойная Европа, что как в Европе, и что у нас творится на востоке Украины. Там. То есть, естественно, этот фильм затронул венгров очень сильно, да, как у них спокойно все хорошо, там, в Будапеште, в том же, там, и что у нас там на самом деле происходит, и за что сражаются ребята. Я же, поэтому назывался мероприятие «Цена свободы». Я коли придивляюся матеріали, ті, які зараз видно на задньому плані під час програми нашої, там багато фото дітей. Це діти-учасники проєкту, да, «Жовтий автобус»? Да. Там полностью отснятые моменты, где вот как начиналось, у них все начиналось сначала с актового зала в школе, в одной из школ Авдеевки, где с ними работали ребята-профессионалы. И потом уже моменты локации, как они писали, как они там эти дубль за дубль, кадр за кадром там. Но потом они привезли детей еще и в Киев, делали показ фильма в Киеве. Показывали, что детвора смогла сделать своими руками. Но если бы я не знал, что этот фильм делали дети, лично сам присутствие там, если бы я не был, то я бы, наверное, даже сказал бы, что, наверное, кто-то преувеличил, что это сделали взрослые, а просто вот отдали лавры детям, что якобы дети.
Да, то все детство, вся та детвора, которая вот старалась в Авдіївці показать свой внутренний мир, то, о чем у них болит душа. Це проект разовый, чи буде продовження? Нет, проект не разовый, они записывали уже в нескольких городах. Это Николаевка, потом я знаю, что, по-моему, это была Красногоровка, вот Авдіївка. Планируется дальше проект, и они будут продолжать писать, и они будут продолжать работать с детьми однозначно. Потому что, насколько я понимаю, они даже потом детям будут помогать определяться, обучаться. И после обучения уже дети будут иметь профессию и определенно идти куда-то на работу направлены. Не так, что, как у нас, к сожалению, кто-то отучился, идет на рынок торговать со своим дипломом. А тут дети уже будут определенно знать, куда они идут. По мне, так это будущее детей. В Угорщину ви потрапили з цими проектами саме тому, що з діаспори приїхали, побачили, запросили, так? Більше запрошень не було? Ні, нас приглашали в тому році. Ми їздили, нас там, нас пригласили, це була, по-моєму, годовщина в Мішкальці общини української. Нас награждали там як учасників антитерористичної операції, війни. Весьма тоже очень хорошо встретили. Вот тогда должна была быть по факту сама вся выставка, фотовыставка. К сожалению, ее туда не разрешили проводить по определенным причинам. Нас приняли как гостей, наградили почетными знаками от общины украинской в Мішкальці. И, к сожалению, тогда выставку не смогли показать, и вот только показали в этом году. То есть мы уже у них были в гостях второй раз в общине. З інших країн немає запрошення? Пока мест еще не было. Не, ну, как... Ну, официальных не было. Официальных пока нет, пока, но на выставке в Будапеште присутствовал посол Украины. И она однозначно попросила, чтобы мы оставили фотографии. Мы оставили все фотографии там полностью. Я прошу, мы зараз продолжим. У нас есть звеночек, нарешті. Послухаем нашего глядача. Будь ласка. Алло. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. А у нас такой вопрос. Мы смотрели, что там было первые, было много первых лиц с Венгрии, а кто был с Украины и был ли вообще? Официальный представник. Так. Дякую. Вот я начал как раз рассказывать. Да, посол Украины в Венгрии была. Военный атташе наш был на этой выставке. Причем посол Украины попросил оставить все фотографии полностью. У них будет, я так понимаю, там какое-то мероприятие послов ЕС, европейских. И она очень хотела бы, чтобы эти все послы посетили эту выставку. И, возможно, там будет какое-то приглашение, еще там будут наши представители, ребята там. Кто-то у нас зараз где? Выставка там собирается. Фотография находится там, да, когда будут послы соберутся, там какое-то мероприятие у них должно быть запланировано. Там, она хочет обязательно всех послов ЕС пригласить на эту выставку, показать, что действительно в Украине происходит. Ну, буквально пока еще інших запрошений не было. Чи, можливо, десь самим можно запропонувати? Я думаю, того, что ждать от кого-то приглашение, это будет, наверное, неправильно. Нужно проявлять, наверное, инициативу и как-то стучаться в двери, чтобы люди об этом говорили. Чем больше будут говорить о реальности беды и как долго эта беда затянулась, ну, я думаю, что будет быстрее какие-то результаты достижены. Для організації такої поїздки, таких акцій чи виставок, що необхідно, що на місцевому рівні вирішується? Чи просто зібрали гроші, поїхали? Як? Это, я думаю, що, скоріше всього, повинні якимось образом приймати участь ті ж самі общини, або, в принципі, ініціатива самих желаючих. Це дорога і зал. Ну, вообще, да. Проживание. По сути, в основном, что это надо просто обеспечить проезд, и все. То есть, фотоматериалы у нас есть, там, киноматериалы у нас масса. Причем нам есть что вести, да, у нас уже не один фильм выпущен в Украине о войне, там возможно спокойно брать фильмы и вести и показывать там. Единственное, что проезд и все там, если будут такие желающие, там, которые там помогут, там пару человек отправить всегда можно, там именно участников боевых действий. Мы ездили довольно-таки такой обширной компанией, там, ну, в основном затраты были там наши на проезд, нам обеспечили только там, по-моему, проживание, проживание, да, за два дня нас оплатили, гостиницу нам оплатили. Так, я думаю, что затраты не сильно большие, в принципе. То есть, будут помощники. Результата больше, да. Чем затраты. Ну, в будь-якому разе, это волонтерство. Да. Да? Тобто, влада тут жодним чином ніяк не задіяна. Община и участники.
Те, кто присутствовал, те, кто ездил. Я имею в виду нашу владу. Мы, в принципе, не подключали никого. Как в этом вопросе не стоял. Я думаю, что если кому-то мы обратились, ну, я думаю, что все-таки у нас есть во власти те люди, кому это не без разницы, и кто будет помогать. Это ну, дальше двигать. Буквально представник один у нас тут да. есть. Вин же волонтер, но, вин но же туда он ехал не как представитель власти, туда он ехал как человек, я который... Даже, чтобы не тратить бюджетные средства, я мог поехать да. и оформить командировку, потому что были официальные приглашения. Я просто оформил отпуск, за свой счет поехал, чтобы не тратить бюджетные средства. Поэтому, я думаю, если будет официальное приглашение, то, я думаю, местный бюджет поможет, скорее всего, там... Каким-то образом найдем способ, чтобы доносить действительно там в странах Европы, там, что действительно происходит на Украине. Тем більше, що значна частина на виставки, це все ж таки фотовиставка наші про Миколаївців. Так, в основному да. якраз, да, это 79-та бригада, 36-та, 19-й батальйон. Там. У нас фотовиставка как бы на три зони була розділена. Там. Самая большая зона получилась, да, посвящена 79-й бригаде. Уже первая бригада Николаевская, которая активно принимала с первых дней даже оккупации Крыма. Там фотографии начинаются, кстати, с Крыма. Наши выходили, да, на перешеек, охраняли все это, и Чангар, поэтому это все с Крыма начинается. И потом уже, ну, к сожалению, не очень много фотографий у нас. Сейчас Николаев такой колонизированный город стал. У нас уже появилась там и 36-я бригада морской пехоты, там 406-я артиллерийская бригада есть. Там. Полк Нацгвардии у нас постоянно принимает участие. Там. То есть вот, фотографий от этих частей немного. Ну, может, можно времени, дополнить. Да, она дополнить. Ее нужно даже дополнить. Я дякую. Будемо ще зустрічатися, будемо чекати або запрошення, або ініціативи. Я вам дякую за... Дякую всім, хто був з нами. Побачимось.